нужную сторону, в эту нужную сторону спустить. Одну. А в сторону там нужно работать. Место будет работать. Да, конечно, танцы пляски тут большие, но зато не вижу этой дури, но его могут спокойно наблюдать. Хотя с другой стороны, опять же, с той же самой прямой птички, с одной жилы, загребают практически то же самое количество, как с половиной острова. То есть не знаю, что лучше, пещера или не пещера. Я хотел сказать, пока еще не вижу для себя однозначно. Ну, вообще, костюм на самом деле хороший, очень хороший. Идет, конечно, количество реакций, чем не такие уж и видят. Честно говоря, очень мощное освещение, мне что-то подсказывает, почему-то мне кажется, не знаю почему, происходит подозрение, что здесь есть что-то более мощное, чем, мне кажется, чем просто выгруженный кусочек воды. Все-таки показалось. А жалко. Мне показалось, что здесь прям высокого уровня есть. Это было все больше. Показательств. Так, 28. Тут у меня еще 4 лет, кажется, 4 еще там есть. Давайте разобраемся. Сразу попробуем, давайте соберем. Я особенно надеюсь на то, что ее не хватит, а не прав, потому что никак не скажу. Мне очень гораздо больше количества применений, как я там думал, что же не слабый пещерку правильно, да, или нет? Ого-го! Это хорошо, что он не правил. Смотрите, прям залежь такая хорошая. Ох, какой лупасик радиации бомбардирует во всю. А вот бывает и вот так вот, да, оказывается. И помощи не бывают участки. То есть не такие, не только жалкие крошки бывают. Короче, повезет. Так. Thank you.
Да, хорошая зая, что мне попалась. То есть, на самом деле, есть и достаточно хорошие зая сейчас. На этих островах. Конечно, низкого уровня мало. Ого. Ого. Вот это вообще классно. То есть, не все так. Бывает и бича, бывает, что очень слабые залежи нужно находить. Особенно представьте сюда, если прийти именно с первого уровня, которое не скорую. Не будем достаточно спокойно же. Вот так вот. Вообще. Очень даже неплохо. Все-таки да, сказочный, сильно-сильно хорошо спасает от радиации. И зря куда попадает. О, еще и наверх. Хорошо, хоть жилы забегают и забегают. Если уж есть жилы, то не заканчивается сразу. Здесь в этом локальном участке так 53, это получается еще один синдуриум, и они уже 4 свитка взяли и нашли. Если уже появится 4 свитка. Так, давайте посмотримся еще где-нибудь. Пока тут просто есть что-то еще вкусное. Не можем ли я весь его не скопать, да? Описывать не действительно интересно. Чтобы я подумал, если смотреть на него. Так, ну что, на большом этом острове я ничего не обнаружил. Давайте я попробую маленький не забыть. Прям взять и не забыть его. Естественно, так что. То есть если вот так вот там явно не видно, значит это не. Ну не знаю, я пока не исследовал, насколько данный участок, там есть остров. Нет немного времени сейчас. Солнце уже садится, скоро перестанет свое излучение давать. Ну я пока продолжаю набирать. Излучение от, по-моему, дуриума. Залишь, если не ошибаюсь. Так, вот. Поднимусь и поднакопаю немножечко. Такой льда уже достаточно. Медведь еще есть. Вообще классно. Прекрасно просто. Просто путешествие, да, можно. Абсолютно глобальное количество всего игроки. Это не будет. Удивился я. Тут есть. Тут есть. Кажется. Да, я услышал. Что не скопал. Мы будем с этого поменьше. Да, вырабатывать эту жилку. Она пока большая, правда. Как мне показалось изначально. Так. Так, yes. И все. Так, 59. Свечение еще светит.
Радиация, конечно, она немножко защищенная от радиации, но все равно дискомфорт почему-то некоторые испытывают, когда идешь так дико крутящийся, шалящий счетчик Гейгера. Так. Сколько? 65. Все. Несмотря на то, что не сейчас, как бы, еще бы можно было бы еще и выбирать здесь эндуру. Я возвращаюсь. Я добился своей цели, я набрал 64 эндуриума. Это означает, что я сделаю сейчас 4 слитка, 2 у меня уже есть на базе. Поэтому сейчас я просто делаю ускоренный перелет просто в направлении данных. Никогда не делал так, чтобы у меня полностью закончился кислород. Но что-то экспериментировать особо не хочется, чтобы с этим делать. Да и вообще, поиграть в этой игре, знаю, что на сегодняшний игра, как у меня все проходит. Вот что я скажу про это дело. Как-то, ну, хочется же выжить, жить. Ну, может, не знаю, все-таки вот, и возможность возродиться, ну, как-то... Не совсем, конечно. Iron Man, вот наш. То есть такой режим, называется Iron Man. Это режим, который подразумевает, что ты не сохраняешься вообще. Ну, то есть если не использовать цели, то потом нужно просто немножечко отдохнуть от игры, да, и не более того. Вот, Iron Man еще режим, то есть еще, если случился фейл, то все. То случился, и вот. И сидишься с этим фейлом и думаешь, как его исправить и так далее. Вот если помер один раз, ну значит все, твоя игра пробесит, как что называется, спинка. Никаких чит-кодов и так далее. Ну или как минимум, если дело идет уже на тему голосования, ну, то есть для кого-то происходит такое все действие, то есть для людей, которые снимают, то опять же нажимаю равно позвонить. В случаях таких вот фейлов уже, как говорится, уже зритель принимает решение, как дальше поступить в таком случае персонаж, с персонажем, да, вот как на гладиаторской арене, там, типа толпа уже решала жить гладиатором или не быть. Ну, конечно, да, конечное решение принимал, естественно, сам же Цезарь, да, строитель дает. По факту, он все равно должен был прислушаться к тому, что скажет толпа, потому что это, если он послушается толпы, ну, толпа его любить не будет. Да, все-таки народ, даже если является сильный правитель, да, он все равно слушает народ, потому что, ну, тот же самый Гай Цезарь, который очень много сделал в Римской империи, огромное количество людей проделал, но всего лишь на все, потом, когда его народ перестал любить, ну, просто убили и все. А мы возвращаемся тем временем домой. До дома у нас осталось уже не так далеко. По всяким случаям я отвернулся. Через кратер полетаем. Вот. На мой взгляд, честно говоря, больше эффективно, конечно, добывать эндуриум в этих пещерах. Да, это несколько... геморройно, приходится бегать там, искать, лабиринтом, какие-то очки ставить, заправлять, куда побежал и так далее. То есть все не локально располагается, а именно. То есть, допустим, в случае с островами все достаточно локально. Взял сразу, собрал пушку, все, и вот. А в случае с пещерами, конечно, ситуация несколько иначе выглядит. Но тем не менее, даже в пещере, да, одно жило, как уже говорил. Ну да, в принципе... Конечно, с острова можно собрать побольше за раз. Ну, не знаю. Зато в пещере как выглядит, как сразу выглядит. У нас тоже жила большая, и солнце тебе не мешает. Конечно, да, с другой стороны, на летающих островах не так много животных. То есть, я скажу, всего редкость. Редкое исключение. Очень много животных. Ну, затраты, конечно, кислорода идут, ну, то есть, тем не менее, те же самые
прилетающими островами внизу всегда не стоит. То есть там же я особо не заморачивался. Ну сколько там было? О, наконец-таки я пошел. Вижу наконец-таки точку прибытия. Мы подлетаем к нашей базе. Ну что ж, вот такое вот путешествие получилось. Я не потратил здоровье практически. Такое мизерное количество радиации получил. И давайте мы сейчас сразу сделаем для всех. Да, 4 эндуриума. Это означает, что у нас сейчас всего эндуриума должно стать... Сколько? Должно быть 6. Вот. Это означает, что прямо сейчас мы можем создать уже новый уровень процессора, но мы сейчас не будем этого создать, за ним до следующей серии. Ну, с вами был Райнор, пока-пока, счастья вашему дому.